Несмотря на то, что мероприятие предполагает выбор мини-мисс, свои таланты смогут проявить и юноши в рамках фестиваля джентльменов. Кстати, именно они, наряду с членами жюри, выберут свою мини-мисс. Бланки с заявкой на участие в конкурсе раздавали всем желающим на площади у Дома культуры Юбилейной, где и пройдет само мероприятие. Участницы от 3 до 17 лет по условиям конкурса должны рассказать о себе в творческой форме, прочитать стихотворение, спеть песню или станцевать. Город должен знать, какие у нас замечательные растут дети, как они увлекаются и танцами, и рисованием, и поют. То есть можно показать просто с улицы. Пришел, еще ты даже не занимаешься ни в каком кружке, ни в коллективе. Пришел, подал заявку и участвуй. Очень демократичный конкурс. Жюри определило, что это будет оргкомитет, точнее 15, скорее всего, победительниц. Ну, то есть три основных места главных, остальные поощрительные призы. Кстати, конкурс «Мини-мисс» уже проходил в Сочи в 2007 году и имел большой успех. В прошлый раз участвовали только дети со школ и с института. В этот раз хочется, чтобы участвовали дети из со всех районов. Хочется, чтобы конкурс вышел на новый уровень и больше пришло детей. Заявки на участие можно заполнить в Доме культуры Юбилейной. Конкурс пройдет 21 августа.